Приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем наше прохождение игры Medieval 2 Total War за Королевство Англии. Так, и у нас тут сходу сражение. Сражение, которое началось, должно было начать в следующей серии, но у нас время серии закончилось, так что мы перенесли на эту серию. Конечно, соотношение сил один к одному, но у нас меньше бойцов, чем у врага, правда, у нас командир опытный с двумя звездами. Ну, все равно сражаться мы будем. Даже если, допустим, наш армий погибнет, пропадет, у нас здесь, в принципе, есть еще армии, по крайней мере, мы значительно повредим, попытаемся это сделать, вот эту вот армию вражескую, Португалию. Ну, правда, у них еще здесь есть войска, но это очень мало. У нас здесь больше, я думаю, мы должны справиться вообще с португальцами, взять Саракосу, Памплону и потом нанести завершающий удар по португальскому государству. Ну что же, вступаем в бой. Сторон. Так, они будут атаковать вот оттуда. Так, с одной стороны, у нас построение здесь, в принципе, нормальное, но надеюсь, не смогут обойти. При таком построении не смог нас обойти, во-первых, с тыла. Придется им атаковать нас во фронт. Лучше мы сделаем по-другому немного. Так, выделяем всю нашу конницу, нашу кавалерию. Заставляем их сюда. У нас, правда, здесь одно орудие всего. Так, что у нас есть? Тут у нас кто? Копейщики. Копейщики. Так, давайте вот так вот сделаем, здесь вот расставим. Разделимся, вот так сказать, на две части. Так, тут у нас в первых рядах стрелки, ну, пускай стрелки у нас, в общем, в первых рядах и стоят. Так, ну я думаю, мы, наверное, в таком построении останемся, в принципе, только с незначительными изменениями, немножко изменил, и все. Так, ну все, начинаем битву. Я думаю, если врага, по-моему, кажется, здесь артиллерия у него должна быть в этой армии, тут нам... С другой стороны, мы уже от артиллерии, от вражеских никуда не отойдем, маневрировать не сможем. Так, конницу давайте передвигаем, значит, туда. Опа, нас уже начали обстреливать. Быстрее, ребята, сделаем это быстрее. Здесь также как можно больше, быстрее сблизить, нам нужно немного с врагом. Действует, их действует. Давайте вперед. Конница атакует вражескую артиллерию.
Ай, да что ж, только не туда. Не нужно палить туда, ребята. Там же наши. Наши свои, как говорится. Так, здесь нам сейчас придется очень туго, вероятно. Нашей конницы пока наносим удар по вражеской кавалерии. Ой, извините, не по кавалерии, а по вражеским стрелкам. Так, тут у нас копейщики караулят. Причем какие дворяне, пикинёры. Нам бы на них желательно не нарываться. Давайте быстро-быстро-быстро отбегаем, не ввязываемся в бой. Блин, один уже погиб у нас. Это что, крестьяне кого-то погнали, что ли? Крестьяне погнали рыцарскую пехоту, да вы что? Да не может быть такого. Так, нет, артиллерии давайте палить сюда вот. Кавалерию нужно возвращать, попытаться наносить удар с тыла. Ух, ё. До наших стрелков добежали уже. Так, ну ладно, крестьян-то мы разогнали. Допустим. Так, берите обратно бомбарду. Здесь у нас что? Кавалерия наша несется на помощь. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, один дрогнул отряд там какой-то. Так, только на копейщиках не нарываемся. Это кто тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка. Копейщики, копейщики бегут. Ну-ка, быстро, 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 быстро. Печально, конечно, это, ребята. Так, ну враг тоже понес тяжелые потери. Полководца убили, так что нам терять уже нечего, так что бейте как можно больше у них. Рыцарей даже ценой собственной жизни. Эти дворяне, копейщики, блин. А, все, нас зажали. Остатки нашей армии. В общем-то, нас здесь полностью разбили. Ну, по крайней мере, мы ликвидировали 61% вражеского войска. А там по пятам уже идет еще одна наша армия. Если мы их нагоним, то мы добьем эту армию, тем более она уже без артиллерии. И мы отомстим своих павших товарищей. Так, стоп, кого можно сейчас стрелять? Ну-ка давайте по дворянам пикинёвым огонь. Нужно выбить их из строя. Желательно.
Эллен тут. Метатели дротиков нам мешаются. Давайте отойдем, у нас дальность больше. Эх, ну ладно. 805 воинов мы потеряли, враг потерял 610, осталось, ну, правда, 490, но это уже не такие большие силы. Вот они тоже потеряли. Выкуп. Согласны? Заплатить выкуп. Кто у нас тут остался? И что я с ним буду делать? Ну, вообще-то, если переключить, пополнить. Давайте. Сохраним жизнь остатком нашей армии. Может быть, кого-то из них переформируем сейчас, и они еще покажут себя в деле. Рано радуйтесь, португальцы. Ты посмотри, сколько у них здесь воинов. Откуда он набрал опять столько? Ну что там? Бездонные бочки, что ли? Откуда он набегает? Блять, головорезов.
И вот настал наш ход. Улучшение гильдии. Легкие резиденции гильдии теологов. Давайте. Делаем без резиденции гильдии теологов. Так. Это где у нас этот полководец? Полезно, да? Отчет кардинала. Перемирие режал монголов с Египтом. Достойная смерть Гарольд из Кентербери. Провал задания. Завалили мы задание по перекрытию поста, ну ладно, что ж ты сделаешь-то. Так. Какой нам порт? Здесь это португальцы стоят. Чешите отсюда. Сразу ухудшились отношения с Венгрией и с Папской областью, но сомневаюсь, чтобы они были нормальные. Так, ну начнем отсюда. Давайте вообще начнем строительство сначала. Если нам здесь построить казан, кто это нам даст? Крутовская пехота, алибардисты. Ну давайте казарм здесь построим в нотном гейме. Так, теперь переходим сюда. Сначала на датский фронт, так сказать. И здесь мы продолжаем сейчас подготавливать нашу армию. Давайте йонгов еще наймем. Датчаны бы... Датчанами нам бы тоже, конечно, разобраться бы. Пока у нас не особо к этому руки развязаны. У нас есть много, куча просто разных других дел. И по мере решения, по мере поступления проблем, мы будем это решать. Ага, тут нас, значит, осадил датская армия. Не особо большая, но с катапультами. Я думаю, нам... Наверное, стоит сделать вылазку. Соотношение 5 к 2. Так, и кто у него тут? В общем-то, так, отряд копейщиков, наемников, конниц у них очень мало здесь, ну, как полководец. Значит, что мы делаем? Значит, мы выводим артиллерию. Начало битвы. Конечно, ускоряемся. Плюс заранее, на всякий случай, выдадим еще и пехоту. Лучников. И наш кавалерий, собственно.
Ну-ка давайте по полководцу-то. Мы уже убили. О, полководца уже убили, отлично. Наших стрелков на крестьян, ихних с луками. Идет такая взаимная перестрелка. Быстро, 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 а то здесь наш баллисты сейчас уничтожат всех. Конечно, не проблема будет нанять новые отряды. Отбегайте. Отбегайте быстро, 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 быстро. На что вы здесь рассчитываете, а? Какой-нибудь давайте сразу уберем куда-нибудь подальше. Да что здесь может измениться? И Сеть не отступает, на что-то надеется. Ну, полководца же уже потерял даже. Ну что здесь уже рассчитывать, на что надеяться? Осталось по 2-3 солдата, можно сказать, чуть не от каждого отряда. Опять кого-то вернул, крестьян. Эх, успеет убежать. Ну ладно, там все равно осталось, нет ничего. Пусть бежит. Потеряли мы, тем не менее, 55 войн, враг потерял 103. Враг потерял. Штурм полил. Да уж, нет вашего правителя средств на ваш выкуп. Так, перебучаем мертвые отряды. Давайте наймем еще отряд лучников плюс к этому. Так, бовцев. Так, сколько у нас купеч? 1700 уже дает? Маловато будет.
Может быть, нам во франках еще купить. Давайте сделаем 30. Также будет здесь по максимуму все. Так, теперь, значит, вот это вот армию. Давайте идем на Вену. Плевать, сколько там солдат. Пусть даже не полный город будет. Нет, нисколько. Не расстраивает. Так, ну здесь давайте тоже будем продолжать напирать. В Милане, значит, проводится переобучение, ремонт. Да, уж средств у нас, денег у нас, конечно, остается не ахти. В Болонии тут, похоже, по-прежнему вражеский агент находится. Давайте наймем агент, чтобы нам контрразведку провести. Так, здесь выводим, значит, наших священников. Пробуем. Блин, очень маленький процент. Здесь, кажется, еще ведьма, по-моему, была. Может быть, на ведьму потренироваться сначала. Ага, сейчас потренировались, да. Какие, блин, еретики здесь мощные. Так, ну что тут у нас? Давайте, может быть, полководца сейчас разведем еще до успокоения некоторого. Сколько стало? 55%. Ну, так и есть, да? Можно нанять, конечно. Нет, нанять. Давайте не будем пока нанимать. Здесь у нас еще подкрепление подводим. Пехоты различные, тяжелые. Воячу. Кого нам сделать воячу? Давайте еще отряд йоминов. Делаем так. Здесь мы пока отогнали. Рим по-прежнему осаждает венецианская армия. Убить нашу линку, да? Так, нам еще плюс осаждают, блин, Неаполь. Ну, здесь солдат-то, в общем-то, не очень-то и много. У него там кто? Много артиллерии, стрелков. Может быть, перебросить отсюда подкрепление? Хода хватит, нет, интересно. Вот так вот. Блин. Попадут они, не попадут еще в подкрепление, интересно, нет. Так, полезно, значит, нанимаем. Ага. И кого мы здесь не нанимаем? Прибучить это не всех. Ну ладно, пока будем, значит, здесь держаться обороны. Ну все, венецианец, тебе тоже придет очень скоро конец. До тебя мы тоже еще доберемся. Сейчас пока в Священной Римской империи воюем. Сейчас их дожмем и все силы бросим на Венецию. Так что, в принципе, им там жить-то не так уж и много остается. Так, ну здесь что? Здесь атакуем Сарагоссу. Ой, время игры у нас вообще закончилось. Ну давайте в следующей серии тогда, значит, пойдем на приступ Сарагоссу.
Вот эту вот вторую еще одну огню. Так, а мы здесь пройдем, интересно? Возьмем сюда и перебросим. О, вот у них тут одна артиллерия до стрелки, видим, больше ни на что средств уже не хватает. Так, здесь, соответственно, мы в следующих сериях разгромим вот эту армию, отомстим им за наших павших товарищей. Так, я же у них вроде артиллерию всю уничтожу, откуда они взяли требюши опять? Или они, наверное, убежали, скорее всего. Ну ладно. Тут у него одни наемники. Думаю, по Памплону мы дожмем тоже. Так, вот этих остатки солдат давайте сюда вот, в Бордо, и здесь будем пополнять их, реорганизовывать. Кулеврины. Может быть, нам нанять кулеврину? Как вы думаете? Давайте попробуем, что это за зверь. Ух ты, денег-то у нас 13 тысяч за минусом будет. Ребята. Да фигня все это. Возьмем мы Сарагосы, поправим наши финансовые дела, в принципе. Так сказать, не проблема. А там, может быть, и Вену возьмем в ближайшее время. Так что мы докатились, в общем-то, до нуля. Ну, я все же думаю, это не навсегда и не на время. Так, мы продолжим наше наступление. Возьмем Сарагосу, потом нужно с португальцами справляться очень быстро. С португальцами. Что у них здесь? Леон у них тоже практически без охраны, вот, не считая вот этих вот казней, вот эту вот. Еще там одну, но здесь в основном одна артиллерия, не думаю, что здесь будет сложно их победить. Наверное, вот эту армию, в случае чего, мы двинем на Толедо. А здесь попробуем сейчас разгромить вот эту вот армию. И плюс вот эту армию. Ну, здесь мы Сарагос еще можем даже. Сарагос возьмем, потом можно из нее будет вывести кое-кого. И будем штурмовать Памплону. Посмотрим там, как это вот события у нас. Ну, собственно, и все. А тут у нас будет также сражение с повстанцами. Следующее. В общем, так, в следующей серии, значит, что мы делаем? Штурмуем Сарагосу. Потом. Вот у нас такие ближайшие планы. Штурм Сарагосы. Громим вот эту вот армию португальскую и громим повстанческий отряд. Громим повстанческий отряд предателей. И все это, в общем, у нас будет в следующей серии. Ох ты, у нас здесь очень 51% католицизма уже довели мне ситуацию. Так, ну мавры у нас будут следующие, а так городская стража. Чего 8 городской стражи. Я так думаю, мавры у нас будут следующей целью, хотя, возможно, Испания. В Испании решим потом дела по Португалии. Возможно. Да, я сначала на Испании, а потом уже начнем выгонять отсюда мавров. И будем брать под контроль всю Испанию. Ну а здесь у нас сначала будем добивать Священную Римскую империю. Употребим на это все наши силы, все наши средства, чтобы нам добиться результата.
очень уж они нас сильно, если так говорить, достали. Так, они смогли восстановить порядок до 90%. Несмотря на то, что у нас там три агента сразу сидят. Что мы здесь за войска? Блин, у них очень много требюшек, конечно. Штурмовать их можно, но сложно. Хотя... Хотя посмотрим. Ну а здесь вот ладно, двигаем на Вену. Будем продолжать продвигаться на Вену. Купим здесь. Два хода точно осталось еще. Видно. Раз и навсегда решить этот вопрос. С имперцами. Либо они, либо мы. Лучше бы, чтобы это были мы. О, тут они уже крестьян даже нанимают, уже денег-то тоже не особо. А сейчас вот два города не взять, Венецию и Вену. У них вообще будет кризис финансовый очень серьезный, очень большой. Ну и штаб, ну, штаб, вы хотите сказать, Инзбург там взять уже будет, я думаю, не проблема. Ну и потом можем двинуть наши полки в Венецию. Они нам здесь уже угрожают, уже здесь армия какая-то у них ходит. Потом, конечно, у нас могут начаться проблемы с Венусом. Ладно, тут можно долго все фантазировать. Давайте на этом завершим. До новых встреч.